Погода шепчет. Займи, но выпей. А Яндекс Таксо зовет и манит. Время у нас 21:36. Практически 5 минут вылез на работу. Так, планирую ровно в 10 вечера включить престиж. Ну, я имею в виду навигатор. Ну и посмотреть, сядет он за 4 часа или нет. То есть сегодня планирую до 2 часов ночи покататься, поскольку выполз, колупался с этими, блядь, верхними редукторами бензокосы Кротон. Чуть не усрался, пока я, блядь, раздербанил. Сейчас, наверное, ушел времени. Так что ждем 20 минут, включаем навигатор, ну и начинаем испытание. Так, начнем, пожалуй, наш эксперимент. Сейчас посмотрим, как быстро найдет спутник, сколько спутников, ну и все в таком роде. Нажмем навигацию. Конечно, вот эти вот пленочные дисплеи, блядь. Так, нахуй. Нет. То есть 4 палки. Почему-то я думал, что 5 должно быть. Так, ждем. Спутники. Установлено соединение со спутниками. А, 5 штук поймало. Так. Ну, локация. Как бы все правильно. Между 32-м и 31-м домом. Но колхозный. Покупал еще один экземпляр в свою коллекцию. В магните. Так, 7 спутников. Восемь. Блять, никак не сфокусируется. Так, 8 спутников есть. То есть включать я никакие дресса не будет. То есть сейчас, блять, о чем тут? 23:01. Хуяли, блять. Зимнее время, что ли, въебал мне тут, блять. То есть тут 22:02, тут 23:01, блядь. Что за шляпа, блядь? Наверное, какое-нибудь зимнее время, блядь. Хотя время здесь, по-моему, ни хера не настраивается. Так, ну 12 часов. То есть формат можно или 12, или, блядь, 24, блядь. Кстати, я что-то не смотрел на моем. Мне кажется, тоже такая шляпа, блядь. Так, 8 спутников осталось. Так, оставляем. Время 10 вечера, тут 11. То есть до 2 ночи я планирую сегодня покататься. И как бы засечем по времени, сколько протянет. О, 9. Какая-нибудь 9 спутников. То есть хочу посмотреть, сколько протянет навигатор на первой зарядке нового аккумулятора. Плюс 70 надо брать. Так,
Навигатор у меня здесь валяется между сидушками. Погнали. Ёлки, блять. Все, сука, не сдал нихуя. Не сдал. Лошара, блять. Так, ладно, погнали. Рубать бабосы. 8 минут. Пока что работает. Ни одной палочки не упало. Все было. Все как было. Че быстрее наступит? 12 часов ночи или, блять, зеленый загорится нахуй? Или одновременно зеленый. Металлобаза. Надо будет все заехать. Металла накупить. Так, 12 ночи, одна палка, результатом более чем доволен, то есть где полторы минуты и где 2 часа, то есть даже сейчас можно как бы в данный момент бродить где-то 2 часа в лесу, блять, или в поле, блять, закладки искать, хер его знает, то есть эксперимент продолжается, то есть когда регистратор сдохнет, как бы включусь. Ну и как бы уже будет отсчет от нулей. То есть сколько он протянет, столько времени на таймере, так скажем, будет. Так, потух у меня тут гаврик. Буквально минуты 2-3 назад, то есть, ну, 2,5 часа, хер с ним, блядь. Я считаю, что неплохо. Потому что если у кого-то такой модели регистратор с мертвым аккумулятором, знаете, какая модель, какой размер туда подходит практически как родной. Ну, а как бы тройной цикл заряда и разряда, возможно, чутка увеличит время работы, хотя не уверен. Скорее всего, это для калибровки какой-то. Ну, чтобы процессор, например, знал. В каком состоянии сейчас находится аккумуляторная батарея. То есть, наверное, я через неделечку под этим видео в закрепленном комментарии напишу, сколько отработал аккумулятор спустя 3 цикла заряда и разряда. Думаю, что так будет более правильно, наверное. Ну, а на этом я свое видео заканчиваю. Всем пока. Рекомендую аккумулятор к покупке, ну и как бы ничего сложного в замене тоже нет.